Всем добрый день. Сегодня у нас 10 марта 22 года. Проедемся вам по городу, покажем, что происходит на сегодняшний день. Небо опять прояснилось у нас, но похолодало, друзья. Сегодня было минус 8 под утро. И сейчас только где-то около 0. Ну хорошо, гулять очень даже хорошо. Ветра нету, да? Ты когда вышла? Нет, тихо. Как все равно у трактора, да? А сейчас до заправки доедем. И остановимся где-нибудь, там машину оставим. Оставим. На заправке тишина. А, вот мы где оставим. Мы туда сейчас повернем и с той стороны оставим. Это улица Электрибус. Факультета. Так, что мы там имеем? А мы вот здесь станем. Вот сейчас пешком пройдемся вот по этому району. Сейчас туда за заправку дойдем. Вон как купола светится, да? Ну, идем дальше. Так, здесь пешеходного перехода нет. А мы пойдем по пешеходному переходу. Здесь нету, вон там. Сейчас пойдем туда. Ну, пошли.
Видите как, даже не пропускают нас. И он так едет спокойно, смотрите, как будто он нас и не видит. Ему так и надо. Ну, номер мы запомнили на видео. Судрабо Эджис, улица. Вот сейчас покажем вам, какие цены. Ну, вот издалека видно. Нет, все-таки ближе подойду. 95-й, евро 95. Дизель евро 89,4. Ладно. Здесь тишина и покой. Пойдем там, покой. А что ты? Тебе шапки? Может, одень этот капюшон? Мы вот никогда не ходили и показывали вот эту сторону, по правую сторону и по левую сторону этой улицы. По левую я давненько в каком-то году ходил здесь. Вот здесь пройдемся, вам покажем. Вот эти гаражи. Ну, насколько... Насколько, Наташ, мы понимаем, это гараж... Это же ведь, смотри, здесь что стоит этот шлагбаум. Ну да. Чтоб не ставили, да. Ну раньше здесь ставили люди. Я вот не помню, мы, по-моему, не ставили здесь никогда машину. Вот по этому райончику пройдемся вам. Здесь все приватизировано. Вот отсюда как вид на этот, на церковь. Ближе туда подойдем маленечко. А видишь, мы ближе подойдем, и да, и купола эти все спрячутся. Попробуем вот так обойти. Вот про эти гаражи я говорю. Раньше здесь много стояли. Вон, у каждого номер свой, видите? Стоянки машин. Вон какой. Холодильник не надо, Наташ? Вот, пожалуйста. Видите как? Ну, нам как бы это, мы пролетаем на машине, как бы это не интересно было. Может быть, пишите комментарии, друзья. Нет, это гаражи. Это не сарай. А, сарай тут были? Ой, я уже не помню. Честно, гаражи я знаю, а вот про сарай уже не помню. Ну, брусчатку здесь давно уже поставили, давненько. Ну, не так давненько, но все равно. Вот, с этой стороны покажем. А давай. Домики для кошек. Ой, смотри. Вот они, киськи. Да. Вот они, кошечки, котики. Вот домики, смотрите, какие. Вот такие вот домики. Да, киськи? Ага. Ну? Что молчите? Вот еще одна прибежала. Кошечка. А может быть, кот? О, вот такой, такие вот домики им, смотрите. А вот еще с той стороны. А с той стороны, подожди, что это? Да, 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 тоже, 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 смотрите. Вот, пожалуйста. Вот такие виды с этого двора у нас.
сейчас еще приближение сделаю. Как солнышко светит. Красиво, да? Ну, ветерок есть, да, как-то ветерок появился, но не такой. Не такой уж и сильный. Ну, идем дальше. Вот эти домики реставрировали, вот эти вот крайние, да, а вот в которые пошли дальше уже внутри, все, ничего не надо никому делать, видишь? Вот в таком виде это тоже дом был, и все. Ну, это все зависит от самих людей. Честно признаться, мы в этом с тобой до конца еще не недопонимаем, потому что мы не живем. И вот сколько мы в Латвии живем, мы в благоустроенной квартире никогда не жили. Так что про свои дома мы можем вам рассказать все ситуации, что там, чего там. Как-то у нас попроще. А вот про благоустроенные, там, где дом стоит, на какой земле, хозяйская земля, не хозяйская, там, ой, как все запутано, друзья, это, ой-ой-ой. Вот отсюда какой вид красивый. Куда здесь можно пройти, и будет видно красиво. Да, я иду туда. Сейчас пройдем. Так что погуляйте с нами, друзья. Город живет, шевелится, движется потихонечку. Но время еще нету трех, где-то минут без 15-3. Вот какой вид красивый, посмотрите. Небо чистое-чистое. Это я останавливаюсь, просто приближение делаю. Что? Я здесь лечил зубы. Все есть. Именно в этом здании, да. Ой, не лечил. Мы бабушке, маме твоей выдергивали зуб, да. Лечил я в другом месте. Это я лечил 12-этажки в этой первой. На Паста. Бывшей Комсомольской улице. Вот какая. Ничего, у меня на удаление нормально, Таш, все нормально. Вот какая красота. Что тебе нравится? Да, сейчас я покажу. Я как-то доделал видео. Вот про эти вот березки, то смотрите,
декоративные. Ну, я вам скажу, они тут давно уже, эти березки. Они такие маленькие были. Да, они маленькие. Ну, как... Это вот эти вымахали. Березки красивые. Особенно вот это. Ну, вот это самая старшая такая березка. О! Это 3 часа отбивают? А-а-а! Вот как раз мы попали на звон колоколов. О, Наташа села отдохнуть. Не холодно? Ну, долго не насидишь. А, сквозняк? Понятно. Я сейчас просто подойду к табличке. Ну, заодно покажу вам, как город здесь, какое движение идет. Движуха. Всего хватает в жизни, всяких людей, не буду говорить каких. Ну, выходим потихонечку. Это мы гуляем с Наташей возле православного собора. В центре города. Смотрите, какая кормушечка для птичек. Вот тоже на этой березке. А вот эти 3 березки, вспоминайте, друзья, они были меньше. Смотрите, какие толстые стали стволы. Ну, кто-то здесь крестился, кто-то детей крестил, у кого-то свадьбы здесь были. Интересно, кормушечка из дощечек таких. Ну да. Ну пошли туда. Идем туда дальше, к машине. И покажем вам здание. В котором это, как она, пошивочная мастерская, или как она раньше называлась-то? Ателье. Ателье, да. Пошивочное ателье. Я помню, в том ателье заказывал себе брюки, пиджак, как он, вельветовый. О, Господи, это еще начало 80-х годов. Где-то 82-й, наверное, 83-й. Были времена. Вот это здание. Ну, сейчас здесь это здание относится, скорее всего, этому собору. Но я не могу утверждать. Да, 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 да. Все теперь, да. Они столбы новые поставили. Да, 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 да. Все теперь понятно. Именно вот в этом здании было ателье.
мастерская пошивочная. По-моему, что-то еще было здесь. Ну вот теперь мы обошли круг такой и выйдем уже с другой стороны. Ага. А все приватизировано, видите, вот даже. Все с кодами. Все приватизировано. Все, и земля, и дом. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с друзьями в социальных сетях, с родственниками. Будем очень благодарны вам. Ну, на этом мы заканчиваем свое видео. Вон сейчас приближение все-таки сделаю, покажу, какого года это здание. Видно. 1968 год. Видите, друзья, какой год? Эти постройки. Всего вам доброго. До следующих видео. Ну вот как раз время сколько. Пока мы с Наташей гуляли. Ну где-то минут 15 обошли мы там кружок. Вот такие у нас часы. В этом райончике нашего города Илгава. Ну и заодно, друзья, заехали вот сегодня, 10 марта. Вот такие вот цены. Вчера мы вам показывали, были одни цены. Единственное, что не изменился, не изменилась цена на газ. Остальное вот посмотрите. Это мы на Тервитес опять сейчас домой едем. Перекресток Тервитес, Рупницебас. А там Виада. Ну, тоже там подорожало.